Здравствуйте! Сегодняшнее видео о том, что чайка 142М может сшивать вязаное изделие. Штанишки эти, конечно, модели великоваты, так как связаны они не для нее, просто сама модель меньшего размера, чем сами штанишки. У меня машина с электроприводом. Шить я умею, но не люблю. Поэтому пользуюсь я ею редко. Использовала я вот такую трикотажную лапку. На чайке она также подходит. Как пользоваться этой лапкой, полно в интернете и видео описания. А я расскажу про свой опыт знакомства с этой лапкой и, собственно, первый опыт сшивания вязаного полотна. Поехали! Вот это адаптер. Вот именно в таком положении, это как бы, вот мы смотрим на него сбоку. Вот эта часть вставляется на стержень, где крепятся все лапки. И потом снаружи затягивается винтом. Вот, собственно, сама лапка для трикотажа. Раньше я считала, что моей машине из современного ничего не подходит. То благодаря вот этому адаптеру можно любые лапки ставить на чайку. Вот здесь просто немножко выбрали металла. У меня иголка прям вот скользила по заводской вот этой вот части лапки. Естественно, была возможность, что если чуть вправо, чуть влево, как говорится, шаг вправо, шаг влево, и хана иголки будет. Поэтому на всякий случай на конус выбрали вот здесь, не задевая нижнюю часть. Как бы не вот так срезали, а под углом. И получилось, что верхнюю часть сняли. Он будет, если игла даже и попадет, она будет отгинаться постепенно. И, а нижнюю часть, вот ту кромочку, не задевали. Сначала вот, пока она не установлена. Вот здесь вот он, бортик, перемычечка. Вот именно за нее и зацепится вот эта вот выемка адаптера. Он и будет держать эту лапку. Винт у лапки я выкрутила, чтобы он не мешал сейчас. Тут и так обзор не очень. Итак, вот он, адаптер. Вот этой частью, выемкой для стержня, вот так ставим. Видите, он как раз в паз попадает вот сюда. И затягиваем винтом. Теперь подставляем лапку, собственно, ту, которую нам нужно установить. У нас вот эта лапка. А, кстати, вот этот рычажок, он зайдет вот за этот винт, которым крепится игла. Поближе поставила, чтобы прям вот эта перемычка ближе стала под вот эту прорезь. И теперь просто опуская рычажок, сейчас она и щелкнет. И опускаем. Все. Нам не нужно каждый раз адаптер откручивать. Нам нужно просто вот этот рычажок надавить, и отщелкнется лапка на себя. Видите? И все. И отщелкнулась. Теперь следующую, если лапку нам нужно, мы опять также сюда подведем. Будем опускать стержень лапкодержателя с адаптером. И он защелкнет лапку. Вот так. Оп, и защелкнулась. Все, лапка у нас готова к работе. В общем, сам секрет понятен. Главное, чтобы подобрать вот такой адаптер, который подходит для, для чайки 142М. И тогда лапки можно сюда устанавливать любые. Главное еще смотреть, чтобы иголка вот здесь, при установке лапки, если что, выбрать, ну, не знаю, каким-нибудь надфилем, может быть, алмазным, а потом мелким, чтобы зазубрин не было, если касается иголочка туда. С лапкой разобрались. Так как я уже сшила штаны, а потом только подумала, что надо было бы показать, вот что понадобится. У кого какие иголочки есть? У меня разных видов. Тут вот
иголочки сохранились. И даже вот такие имеются. Зачем? Я не люблю сметывать ниткой. Я уже много лет использую просто иголки. Я связала вот такой образец, и я на нем уже вот прошлась, как оно будет выглядеть. Но это перед тем, как я сшивать штаны села. Давайте я вам вот с этой стороны покажу. Наметала, наживила на иголочки. Какие иголки, какие нитки вот для вязаного, это я еще не разобралась, честно скажу. Я как-то не подумала о том, что у меня в машинке стояли игла и нить от шитья летнего, когда я шорты шила семейству своему. Вот такая, вот она, крайняя, 14-я стоит. А нить номер 80. 14-й номер, это соответствует, я так понимаю, 80-му, да, номеру иглы нашей маркировкой. Ставим наше вязание в нужное положение под лапку и начинаем строчить. Так, я строчу прям по иглам, но вы слышите, я очень-очень медленно строчу, именно для того, чтобы не сломалась швейная игла. И это неправильно, вы так не делаете. Но я так шью уже много лет. Наш шов нынешний, вот он идет. Но так как у меня получилось и с этой стороны зашито, я сейчас это выверну и посмотрим, что получилось. Это соединение идет, вот она строчка. Ее нужно просто разгладить, отпарить и будет нормально. Как-то так. Всем спасибо, всем пока.